Динамика строительства школы на Патрокле отмечена как удовлетворительная. Об этом было заявлено в ходе рабочего совещания на стройплощадке. В нем приняли участие министр строительства Виталий Блоцкий и глава Владивостока Константин Шестаков. Мэр подчеркнул, что сейчас стройка набрала темп, но нужно ликвидировать то отставание, которое возникло из-за срывов сроков предыдущих этапов. Подрядчику уже выписано штрафов на общую сумму почти 20 миллионов рублей. На прошлой неделе мы зафиксировали фактическое отставание по темпам работ, дали поручение о привлечении дополнительных трудовых ресурсов. Это поручение выполнено. Привлекли дополнительно 75 человек. План на будущую неделю привлечь еще 60. Мы должны увеличить или довести количество работников здесь на стройке до 250 человек за будущую неделю. Мы идем в сроках, но теперь необходимо исполнить тот план по сокращению фактического отставания, который накопился за предыдущие периоды. Глава города лично контролирует стройку каждую неделю. Сотрудники дирекции по строительству работают на объекте ежедневно. Сейчас готовятся к монтажу кровли в учебном корпусе. В конце июля начнется установка окон. Также рабочие готовят помещение под размещение инженерных коммуникаций. Территорию благоустроят. Школу почти на 1300 мест строят по нацпроекту «Образование». Пространство включит в себя кинотеатр, спортзалы, современную библиотеку, бассейн, учебные классы и многое другое. Школа должна быть возведена до конца текущего года. Строительство объекта находится на особом контроле у городской администрации. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.